Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Sniper 3. Давайте возьмем новую миссию. Посмотрим, что она нам сулит. Мост. Берем мост. И отправляемся. Так. А что, никуда ехать не надо, что ли? Ладно. Раз никуда ехать не надо. Тихо. Где здесь выход-то? Что-то я заплутал в своей же пещере. Ой-ой-ой-ой. Вот так. Подчиненный, вдохновленный новыми перспективами, предстоящей резней. Давай. Итак, если у нас так занять снайперскую позицию, значит будем отстреливать. Это мы любим. Отстреливать это да. Так. И куда нам надо? Туда. Прикрываем, наверное, кого-то. Так. Едем. Приехали по максимуму. Бежим. Так, что-то у нас там. Посмотрим. Ну, можно подобрать. Так. Тут у нас точки открыты все. Подберем. Итак, подняться поднялись. Занимаем снайперскую позицию. Только вот что нам здесь охранять надо? Прикрывать группу поддержки. Видим. Группу поддержки видим. Так. Как только ты устранишь охранника на балконе. Без проблем. Сколько там? 300? 400. Вот так. Устранили. Давай дальше. Что дальше-то у вас? Кто стреляет? Я не давал команды стрелять. Давайте, ребята, продвигайтесь.
Есть. Так. Снайпер есть. Так, и что теперь? Ликвидировать объекты. Есть. Так. Черт, их слишком много, попробуй отвлечь их. Так, ладно. Отвлекаю. Отвлек еще одного. Так, блин, тревога, ладно. Так, значит, не надо поднимать тревогу. Понятно. Так, сколько там? 400 с половиной. Ну тут нету, тут 400 есть. 400 есть. Щиток. А у меня какие тут маркировочные? Нет. Так, приманить врагов. Нашу группу вижу. Эту группу вижу. Так. И что бы вас могло привлечь? Давайте, ребятушки. Все чисто, давайте вперед, вперед, давайте. Вот так-то я их перестрелял. Троих. Надеюсь, мне это в зачет пойдет. Вот. Так. Эй, там наверху снайпер. Убить его. Вот он. Говорю же, где-то снайпера должны быть. В голову. Так, сбавим на 400. I'll take them both at once. Just need a better position. Одной пулей двоих. Так, выпрямляйся. Не успел поднять тревогу. Получай. Так, мы продвигаемся, нужно прикрытие. Хорошо. Только где вы? Так, эти трое уже что, щитком разобрались или что, все еще разбираются? Электрики, ё-моё. Ну? Кто где еще мешает вам? Мешает кто-то где-то?
Стойте, впереди враг. Так я его и хотел убить. Чё не сработало-то? На, в бинокль. В глаз. Все, он мертв. Конечно. Скажите мне спасибо. Спасибо. Есть. Давай. Еще и смотрит на меня. Че смотреть-то? Так, вы продвигаетесь сюда. А я где-то завалил вот здесь. Ох ты. Есть. Вам не помешают. Беспокоиться не надо. Еще вот здесь вот один есть. Бывает, выходит. Сами-то вы кого-нибудь будете устранять? А, туда собираетесь, да? Хорошо. Но это уже ваши проблемы. Вот так. Надеюсь, прикрыл. Тут вертолет, что ли? Прикрывать эвакуирующихся. Не вижу. Так. Раз, два. Вы в кого из автоматов хотите палить на такой дистанции? Идиоты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бежит. Но вы сами-то помогайте немного, а чё вас? Он бегает у себя как дома нахрен. Хотя, да, и так дома, да? Давайте. Сели. Улетели. Так, прикрывать вертолет. Прикрываю. Вон он бежит, голубчик. Перезарядка оружия. Ликвидировать объект. Где ты? Блин. Так. Четыреста. Все? Все, вот это надо было. Покинуть зону операции. Блин. Тут как-нибудь быстренько можно так спуститься? Ух ты, можно. Спускаемся, конечно, спускаемся. Отлично, ты справился. Конечно, справился. Должны будете. Ой. Чуть не упал. Так что
Хорошо по снайперию. Сейчас посмотрим. Несколько очков навыков же забрал. Надеюсь, здесь на дороге-то мне никто не встретится. Не будет такого, что сейчас... О, машины тормознули, все. Приплыл, голубчик. Давай, ползи, сука. Вышли. И получили очки. Хорошо. Идем домой. За следующей миссией. Берем следующую миссию. Называется «Красная тревога». Ну давай так. Встретиться с Лидией возле сплошных башен, остаться незамеченным. Хорошо. Но остаться незамеченным, надо бы было лук взять. Хотя сейчас и возьмем. Итак, пулемет мы обменяли на лук. Раз нам надо бесшумно будет продвигаться. А вот ехать далековато. Итак, ради вас я приехал сюда гораздо быстрее, чтобы вам было удобней. Так, давайте разведаем местность. Здесь вот, кстати, меня хотели остановить и обстрелять. Одни несознательные личности. Ну, они где-то здесь. Не показаны, да? Что вы орете? Не орать. Так. Теперь смотрим здесь. Так, башни пустые. Так, а здесь на вышке есть. Так. Есть, есть, есть. Да, еще смотрим, смотрим. Нам надо как можно больше вас найти. Потому что нам идти, идти. Тут вот где-то снайперы должны быть. Вот он. Один. Второй. Итак. Приступим. Так, давайте сюда маленечко продвинемся. Насколько? На 200. На 300. Еще и еще. Есть. Так. Есть. Снайперов мы убрали. Ну тут не расстояние даже для снайпера-то. Того не видно. Так, что у нас здесь? А здесь у нас в тихомолочку ходит один. Ну ладно, сейчас мы приберем его. Давай-ка. То ли его так убрать в рукопашку эффективнее будет, я считаю. Хотя можно и не убивать, но тогда будет неинтересно. Я тогда как буду свою кровожадность утолять? Вон он стоит. Давай. Назад иди. Вот так. А я уж тебя здесь подожду, так уж и быть. Давай.
Тебя вот так вот убить надо, потому что мне же очки нужны. Вот так. Не ори. Мне же тихо надо пробраться. А ты-то орешь. Остаться незамеченным. Остаться незамеченным — это основное задание, вот мне интересно. Вот сюда можно было пройти. Но я нет, я так не сделал. Там, кстати, вроде тайник. Так. Как здесь пройти? Потихонечку. Вот дыра в заборе. Вот так. Так, это далеко. Интересно, нет, не может такого быть, чтоб тут никого не было. Так. Смотрим. Ну, этот там ходит. Нам его убрать. Можно. Встретиться. Где встретиться-то? Пункт назначения-то где? Так. Это кто, снайпер? Еще один снайпер. Так. Встретиться. Вот здесь, наверное, надо встретиться. Ох ты. Ах ты, подлец. Ну что ж. 200. Ну вот так вот. На, в голову тебе, негодяй. Высматриваешь меня. Так что по навыкам 5 не хватает. Так, это на вышке. Стоп, что, где? Ой. Ой-ой-ой. К нам идет человечек. Вот так. Теперь у нас не побеспокоит. Блин, того тоже бы снять бы. Чтобы не побеспокоил. Ой-ой-ой, что там натыкано, натыкано-то? Откуда я пришел? Что у нас здесь? Есть что-то? Нету. О, мне куда надо? А что там? Спасти гражданских, встретиться, что там? Так, это неплохой, так сказать, хабар. Так, а что мне здесь надо? За каким хреном сюда-то? Привет! Я тебе уже почти что все уже очистил. Бак его только сбрякал. Все, так, добраться до снайперской позиции. Блин,
Давай. На тебе тут место расчистил. Тут гулять можно теперь. Где тут тело было? Вот этот, может, и был, которого снайперская позиция. Ничего себе, она меня загнала-то. Опаньки. Блин. Давай, где ты там на вышке? Выйди. Выйди. Да не вышел же, тварь. Так. Выйдем в другие ворота. Это ты так топаешься, тварь? Ты меня зажала, ты в курсе? Так. Теперь надо сначала вот этого снять. Прямой выстрел. Попадание. Так. Где-то здесь подниматься надо. Раз, два. Физкультура. Давай. Блин, что вам надо обязательно меня куда-то гнать наверх? Я и так могу внизу неплохо отстреливать. Давай. Вон там припасы, по-моему, тоже снайперская позиция, но мне надо именно сюда. Блин, почему так вот? Что ты там еще видишь? Куда лазить, за что хвататься? Давай уж, ползи. Ну вот я добрался наконец-то. Осталось-то тут полтора землекопа-то дострелить. Бум, только пыль поднял. Остаться незамеченным. Найти Ракель. Вот так. Как найти? Найти. Где я тебе ее найду? Серьезно, мне спускаться, что ли? Блин, за что вас любить? Так. Не-не-не-не. Задание провалено. Выполнение задания прекращено. Ну-ка. Давай-ка еще разок. Блин. Найти. Yeah, I see.
Ох ты! Прикрыть Лидию. Прикрыть Лидию, остаться незамеченным, устранить объект. Давай я как только объект увижу. Где объект-то? Давай кого-то. Ну, должен быть. Или я там должен где-то прикрывать? Блин. Давай. Для начала этот объект устраним. Или чё? Не понял. Так, мне отсюда сваливать или нет? Вернитесь в зону. Возвращаюсь. Понять не могу, где ее прикрывать-то надо. Контакт. Как тебя там выманить? Кто где есть? Кого где мне прикрыть? Эти дохлые лежат. Так. Враг помечен. Где помечен? Все, враг устранен. Тебе-то что угрожают? Не пойму. Так. Ну, глюк какой-то был. На. На. Сейчас я тебя прикрою, Лидия. Адольфина Копенгаузер. Давай. Глюк прошел, поэтому. Давай. На. Снайперы где? Снайперов уже нет. Кто
Кто где еще остался? Что? Убей. Да, конечно, для тебя все что угодно, лапа. Убью. Да. Только успевай тыкать. А уж я с этими уродами разберусь. Так, он ушел. Что? Ох ты. Куришь. Курить вредно. Курение убивает. Вот ты покурил и помер. Видишь? Не, не так нельзя. Так. Меня заметили, блин, это плохо. Неприлично. Кто тебя воспитывал? Ну и последний остался. Да. Что вы орете? Все спасены. Все целы. Че ты орешь? Сейчас я соберу свои трофеи. И уйду. Как будто бы меня здесь и не было. Панику наводите. Блин. Че вы так кричите? Где там еще моя добыча? Вот он. Хотел пальцем тыкать. Так, товары для обмена и последний вот. Вот так. Куда мне надо? Сюда мне надо. Блин, надо было на грузовике. Так. Блин, справиться с засадой. Это засада нахрен. Итак, теперь давайте исправим нашу ошибку. Во-первых, так. Ну, вроде всех сразу, да? Или нет? Так, они наверх ушли. Ладно. Не беда, двоих завалил. Двое наверху. Так. А вот где они? Вон они. Куда идут, неизвестно. Ладно. Сходим за ними сейчас. Далеко не уйдут. Так, задание про... Блин, они ушли, что ли? Так, очередная попытка. На этот раз сразу гранаты возьмем, я не знаю, вот так вот. Можно. Ну да, гранаты. Fuck, Lydia. Let somebody follow you. Shit, can you take them out? I don't exactly have much of a choice. Stand by. Explosion nearby.
Так, задача выполнена. Сейчас обыщем, посмотрим, что за оружие у вас, во-первых. Двое погибли тут. Заперто. Тут уже у вас ничего не заперто. Где тела? Подняться на вершину холма. Вот они почему туда уходили. Они по сюжету за мной должны были гнаться, а я, видимо, должен был туда подняться в любом случае. Так. А из чего вы стреляли-то, господа? Где оружие ваше? Подняться. А вот если бы сюда бы заминировать бы, тут еще где-то скрыться можно было. Куст, наверное, в котором я и прятался. Нет, с этой стороны дороги. Ну да и ладно. Поднимемся, посмотрим, за каким хреном меня сюда тащили. Вот и все. Вот она миссия. Миссия пройдена, господа. Увидимся в следующей серии. Пока.